Банде Гуру Пададдам Дам Бхакта Винда Саманитам Шри Чайтанна Прабхум Банде Нитананда Саходитам Си Нанда 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 Банде Радхика Чарна Дайам Гопи Жанна Самайуктам Виндаванам Манохарам Ванша калпатару ашки пасинду бевачу патитананг павуне бхавишна бибью намо нама мукан кароти вачаланг пангунланг хедгирам ятки патаманг банди парамаанандамадам биндавай тусиде бой пияви кешвасачу Шна бхакти паде деви сатва ваттви намо нама Нараяна намаскритта нарун чайва нараттамам Девин сарасватин вясам тато жайо мудирет Санкиртане Кришна катопадеши Гаурия патрашо пракасанича Шадануракта гуру бхакти йогта Бхакти Прамадакша Джагод Баруйну Дхиям Сада Парибхавагна Бхавишта Духам Тетас Падам Сива Виранчину Там Сараньям Бхитаттихам Панутопал Бхавадипутам Банде Махапурусвате Чарна Арвиндам Ятпада Паллаванака Чанна Маничатая Вишхуриджита кимапикапабадушвадарши Пурнанурагара сасагара сарамурти Сарадхикамай кадам кивам каруши Шри Кришна Чайтанна Прабху Нитананда Шри Аддвайта Гададхара Сивасади Гаура Бхактавинда Шри Кришна Чайтанна Прабху Нитананда Сиаддхита Гададхара Сивасадихи Гаура Бхактавинда Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рама Харе Рама 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 Харе Аджануламбита бхужау канука бодату санкитаной кабитару камала ятакшо вишамбару дижавару жугодармапало банде ягат приякару каруна бхатару Хари Кришна Хари Кришна 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 Хари Хари Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Намами Ганге Тава Паду Панкаджам Сура Сурайр Вандито Дибба Рупам Бхуктин Ча Муктин Ча Дада Синитам Бхавануруппена саданаранам Ганга таранга раманья жата калафам Гаури нирантара вибуши тобам бхагам Нараяно приямананга мадапхарам Варанаси пурапати бхажави шанатам Баги саджасва бадане Лакшмир жасса ча бакшаси Жасьясти хиде самбир Вам нишинга махам бхаджи Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе
Баданти таттатта видастваттвам ядгьянамаддаям Браммети параматмети бхагаваните сабдати Баданти таттатта видастваттвам ядгьянамаддаям Браммети параматмети бхагаваните сабдати Гаурия Гоштипати Сисила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Такур Прабхупад Джагадгуру сказал, что на пути к абсолютной истине нет места для логических умозаключений. Гаурия Гоштипати Сисила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Такур Прабхупад Джагадгуру сказал, на пути к абсолютной истине нет места для логических интерпретаций. Абсолютная истина — это Адвайя Гьяна Таттва. Она уникальна. Абсолютная Таттва Васту. Мудрецы зовут его конечной целью. Парам Парамартхай. Таттва Васту — это Параматма, Брахма или Бхагаван. Три этих термина. Наше ограниченное понимание не может постичь бесконечную таттву. Бесконечная таттва Васту. Мы не можем понять ее, опираясь на наше ограниченное понимание. Таким образом, для того, чтобы понять абсолютную таттва Васту, мы привыкли опираться на наш материальный опыт, на наш предыдущий материальный опыт, чтобы поддержать, то есть для того, чтобы питать наши умозаключения. Из шастры мы знаем определение духовности. Определенно, Верховный Господь может сделать все, что угодно. Нет ничего, чтобы было невозможным для Него. Он может сделать все, что угодно. Все возможно для Него. Поэтому Он — Верховный Господь. В Шримад-Бхагаватам также сказано: «О Господь, о Верховный Господь Бхагаван, если ты будешь удовлетворен мной, если ты будешь доволен мной, все для меня станет возможным. Все, что... Не останется ничего недостижимого для меня». В предыдущей шлоке, о которой я говорил, говорится, что Ишвара — это тот, кто может сделать все, что угодно. Для него нет ничего невозможного. Тем не менее, в соответствии с таттвой, необходимо понять это в соответствии с таттвой. Когда я на 100% поверю в Верховного Господа, для меня станет все возможным. Не останется ничего недостижимого. То есть, если присутствует 100% вера в Господа, это зовется шаранагати. Это есть шаранагати. 100% вера Верховного Господа. Но мы не можем верить на Него на 100%. Мы верим до определенной степени, но не полностью, потому что у нас есть сомнения, есть вопросы разного рода.
вещи, которые мы не можем понять. Мы думаем, что Бхагаван может сделать, может что-то, но что-то не может. И это называется половинчатая вера, вера наполовину. Мы думаем, что Бхагаван что-то может сделать, но есть вещи, которые невозможны для него. И когда я... То есть это вера наполовину. Поэтому мы можем в связи с этим вспомнить, что Прабхупад часто говорил, в большей или в меньшей степени все мы осквернены маевадой. Все мы маевади. В большей или меньшей степени. Не на 100%. Но тем не менее, в большей или меньшей степени мы осквернены маевадой, маевада-вичаром. Если я верю в Верховного Господа на 50%, и если я не могу верить в Гуру и Вайшнавов на 100%, в таком случае присутствует осквернение, есть осквернение. Верховный Господь То есть мы не можем поверить на 100% в то, что Господь всемогущий, вездесущий. И в таком случае мы осквернены маевадой. Я могу привести пример, а затем приступить к обсуждению того, как карма может стать анади, как джива может стать анади. Одной лишь философии недостаточно, потому что это необходимо понять. Бхактивинода Тхакур говорит, если я попытаюсь понять, я не смогу понять. Но если я буду совершать баджан под руководством чистых гуру и вайшнавов, которые могут даровать мне осознание, то есть Бхактивинода Тхакур употребляет слово «чит-самадхи». Если, о друг, если ты прекратишь споры и начнешь повторять Харинам, слушать Харикатху, очень скоро ты сможешь осознать, если ты погрузишься в чит-самадхи, если ты погрузишься в медитацию, ты получишь осознание, как, что есть материальное время. Под руководством Балдев Видьябушна Вишна Чакрати Пада Бхактивинода Тхакура Прабхупады я хочу рассказывать все это под их руководством. Сейчас я хочу привести 1-2 примера, а затем перейти к теме о том, что Бада Джива может стать анади, а затем поговорить о материальном времени и вечном времени, потому что много вопросов поступает от преданных, то, что они не могут понять. Это естественно, что они не могут понять эти темы, потому что для того, чтобы что-то понять, что-то, что относится к апракрита джагат, к трансцендентному, я должен остановить свои аргументы, прекратить аргументы и положиться на баджан, положиться на милость гуру на 100% по милости могущественного садгуру, представителя Нитянанды, мы сможем обрести все реализации, все осознания. Благодаря следующим примерам вы сможете понять, что нет ничего невозможного для Кришны. Из Шримад Бхагаватам. Как вы помните, Расалила длилась одну ночь Брамы. Что я хочу этим сказать, что Бхагаван может поместить ночь Брамы в одну секунду. Можете вы в это поверить?
в одну долю секунды. То есть целую калпу он может поместить в мельчайший отрезок секунды. То есть бесконечность поместить в секунду. Длительность Расалилы составляет ночь Брамы. Мы не можем даже подсчитать длительность. Это настолько длинный отрезок времени. Но гопи чувствовали, что ночь Брамы, что Расалила закончилась очень быстро. Как по мановению ресниц. Мужья гопи, которые были замужем, их мужья не поняли, что сколько времени прошло. И не только это, то есть они думали, что... То есть не только это, они не смогли понять, что жены их отсутствовали, что не было в кровати, что не было их в постели, что они не лежали рядом, что они не знали, что они отправились танцевать с Бхагаваном Шри Кришной. Поэтому Шукадева Госвами говорит Парикшиту Махараджу, они не завидовали Кришне. Почему? Не ревновали, не завидовали. Браджаваси, мужья гопи ничего не смогли понять. Они думали, что все как обычно, все в порядке. Еще один пример я могу привести этому. Как вы помните, когда Ревати Деви, та, которая является Шакти Баладева Махараджа, когда она предстала перед Брамой, когда ее привели к Браме на Брамалоку, ее отец привел ее к Браме. Это происходило в Сатья-югу. В то время Брама был занят, было собрание у Брамы, он был занят. Поэтому она должна была ждать. Она была вынуждена ждать, чтобы встретиться с Брамой. Она хотела... То есть ее отец хотел спросить о том, как выдать замуж, обсудить тему замужества Ревати. С кем можно... За кого можно выдать замуж Ревати? Но когда собрание подошло к концу, было поздно. Было уже поздно. Было слишком поздно спрашивать о том, кто является подходящим кандидатом для нее. Потому что пока Брама находился на собрании в Мрите, то есть вначале было два пара, то есть когда собрание подошло к концу, уже было два пара юга, прошло уже две юги. Поэтому вы можете сопоставить время, которое на Брамалоке, как идет время на Брамалоке, и как идет время на Мритилоке, на нашей планете. Я понимаю, что это сложно понять. Но весь мир относителен. То есть время — относительный фактор.
Относительный мир может обмануть нас. Каждую секунду он может обмануть нас. Все космическое творение, все оно относительно. Все оно полно относительного разнообразия. Но мы не должны применять эти относительные концепции к трансцендентному миру, к вечному миру. Это применимо лишь к настоящему времени. То есть в трансцендентном мире есть только настоящее, нет прошлого и нет будущего. Для нас невозможно это сейчас понять. Здесь, в материальном мире, если я произношу слово «настоящее», по буквам произношу «настоящее», когда я произношу первую букву «Н», потом «А», «С», то есть каждая секунда, когда я произнес первую букву, она уже ушла в прошлое. То есть настоящее. И так каждая буква уходит в прошлое, время. Поэтому если мы попытаемся понять это сосредоточенно, мы поймем, что в этом мире почти нет настоящего, все в прошлом. Настоящее — это очень тонко, то есть настоящее время — очень тонкое определение, что есть настоящее время. Мы материальным умом, материальными мозгами, если мы попытаемся, опираясь на них, говорить что-то о трансцендентном, это будет величайшая ошибка с нашей стороны. Апракрита Гуру и Вайшнавы, такие как Рупа Госвами Пад, Санатан Госвами Пад, Рогунадас Госвами Пад, Джива Госвами Пад, Бхактивинод Такур, сейчас Сарасвати Госвами Пад и так далее, вся наша предшествующая Гуру Варга, все они пришли из трансцендентного мира, и они видят, то есть они обладают непосредственным опытом, поэтому они могут говорить о вечности, но наши спекулятивные доводы умозаключения бесполезны, потому что мы полны четырех недостатков, то есть нашим, то есть мы обладаем четырьмя недостатками. Поэтому обусловленная душа легко может совершить ошибку. Никто в материальном мире не свободен от этого. Я уже написал, я только что прочитал письмо, написанное вами. Вы говорите там, одним из вас. Я был очень счастлив видеть, что есть кто-то, кто мыслит так глубоко. Это заслуживает большой оценки, высокой оценки. Я был очень счастлив также видеть ваши усердные старания в том, чтобы
установить чистую сиддханту, но я хочу, мне жаль, но я хочу сказать, что таким образом это невозможно. Мы не можем установить подлинную сиддханту таким образом. Ваши суждения очень хороши, но таким образом правильная сиддханта, должная сиддханта не устанавливается. Мы, что нам необходимо? Необходимо погрузиться в глубокую медитацию, совершая баджан при помощи милости, беспричинной милости нашей Гуру Варги. И только так мы сможем осознать, что есть что. Потому что мы находимся в материальном мире, а трансцендентный мир недоступен для нас, закрыт для нас. Прабхупад говорит, что материальный мир — перевернутое отражение трансцендентного. По милости Гаудия Гуру Варги, наших предшествующих учителей, мы можем очень легко найти решение. Но, то есть имеется в виду осознание, но с помощью наших собственных усилий мы не сможем ничего понять. Я был очень счастлив видеть ваши аргументы, ваши... то, что вы написали. Но порой я смеялся, читая письмо, потому что таким образом апракрита сиддханта не устанавливается, как в случае с Адвайта Гасаем. Он Махавишна. В читании Бхагавате, приводится следующий случай, рассказывается. Тот, кто не может понять, это просто лила. Не думайте, что Адвайта Гасай глупец. На самом деле он Махавишна, он не отличен от Верховного Господа, но он являет эту лилу. Поэтому я привяжу ее в пример. Итак, Адвайта Гасай не мог понять подлинное значение, не мог понять значение шлок из Бхагавад-гиты. И он полагался на беспричинную милость Верховного Господа. Он постился без воды, без просада, он ничего не вкушал. Мы знаем это очень, хотя мы знаем очень хорошо, что он Садашива, Садашива Татва, не отличен от Махавишну. Тем не менее, эта лила была явлена им для нашего абсолютного блага. Так, чтобы мы никогда не опирались на логические умозаключения. Мы должны перестать спорить. Он явил эту лилу для нашего абсолютного блага. Также в читании Бхагавате сказано, что Бхагаван пришел к Адвайте во сне и сказал: «Просыпайся, вставай, прими просад». Значение этой шлоки таково. И тогда он и рассказал значение шлоки. Он начал танцевать, Адвайта Гасай начал танцевать, принял просад и вернулся к своей обычной повседневной деятельности. Такова лила. Что говорить о нас, обусловленных душах? Также случай с Харивала Бхайвишна Чакраварти Падом. Когда он не мог понять подлинное значение Кама Гайтри, которое было составлено из 24 слогов, он принял полное прибежище лотосных стоп Шримати Радхарани, абсолютного духовного учителя.
Он постился на берегу Радаконды и говорил: «Я не приму ни воды, ни прасада. Я не могу принять ни воды, ни прасада, потому что из шастры я знаю, что мантра и мантра Девата, не отличны друг от друга». Поэтому, если я не могу понять Кама-гайатри, которая состоит из 24 слогов, я не смогу обрести даршан Камадева. Поэтому лучше мне поститься и умереть от голода. Он принял абсолютное прибежище Шримати Радхарани. И она очень ясно сказала, придя к нему во сне: «Моя прия нарма сакхи, кастури манджари, Шрила Кришна Дас Кавирадж не мог сделать никакой ошибки. Даже не сомневайся в этом. Он не мог сделать никакой ошибки». Тот, кто составил Кама-гайатри в Чайтанья-чаритамрите, он объяснил 24 слога. То есть Кришнадас Кавирадж-госвами не мог совершить никакой ошибки, даже не сомневайся. Ты можешь обратиться к одной книге для того, чтобы понять совершенную причину избранных слогов. То есть, прибегнув к науке грамматики, Кришнадас Кавирадж Госвами дал объяснение Кама-гайатри, которое состоит из 24 слогов. Таким образом, в конце концов, он получил решение этого вопроса. Прежде он был полон переживаний о том, как понять о полном понимании Кама-гайатри, потому что без полного понимания Кама-гайатри, мантры, никто не сможет встретиться с мантра-деватой. Таким образом, множество примеров мы можем вспомнить из Писаний для того, чтобы осознать, что необходимо избегать логических умозаключений, необходимо нельзя опираться на логику. Из шастры мы знаем в Чайтанья-чаритамрите сказано, что то есть материальные люди не могут прикоснуться к пракритавасту. Они не могут войти в трансцендентный мир. Только лишь когда они получат доступ туда, они смогут осознать. В Махабхарате также есть одна шлока. Мы очень часто логические интерпретации умозаключения абсолютно запрещены, строго запрещены, потому что те, кто... То есть апракрита джагат, трансцендентный мир, полон за пределами человеческого сознания. Поэтому мы не можем понять его.
Также из Чайтанья Чаритамриты мы знаем, в Мадхьяканде сказано, когда Сарвабхаума Бхаттачарья спорил с Гопинатхачарьей о понимании, то есть тот не верил, что Чайтанья Махапрабху — Верховный Господь. Шриман Гопинатхачарья пытался изо всех сил переубедить Сарвабхаума Бхаттачарью. Но Сарвабхаума Бхаттачарья не был готов принять эту истину. Чайтанья Чаритамрите Мадхьяканде в 6 главе, 82-87 стих мы приводится эта история. Также там содержится совет Гопинатхачарьи данный Сарвабхаума Бхаттачарьи. То есть он приводит философские заключения. Сарвабхаума Бхаттачарьи был великим пандитом Майвади. Он не верил в то, что Шри Кришна Чайтанья Махапрабху — Верховный Господь. Гопинатхачарья приводил множество доводов из шастры, множество доказательств из шастры. Но Сарвабхаума Бхаттачарья говорил, в век Кали нет никакой аватары Господа. Не может прийти никакой аватары. Как я могу поверить в то, что он сам Бхагаван, что Махапрабху сам Бхагаван? И Гопинатхачарья сказал на это: логические умозаключения, интерпретации — это не проман. Поэтому, когда вы обретете милость от Ишвары, от Бхагавана, когда Бхагаван прольет ее на вас, когда Бхаддаджива будет пытаться, Бхагаван поможет. И в таком случае мы достигнем успеха. Как это было в случае с мамой Шодой. Она много раз, то есть она пыталась связать Дамодара Гопала. Она пыталась связать его веревками, но у нее ничего не выходило. Вновь и вновь она пыталась изо всех сил, но ничего не выходило. И, как сказано в Бхагаватам, в конце концов, Гопал смилостивился над ней и позволил маме Ишоде связать себя. И таким образом у нее все получилось. Вишванатха Чакраварти Пад пишет, что Бхаддадживы могут выражать разные, испытывать разные желания. Но только лишь если Ишвара поможет, она достигнет этих желаний, исполнит эти желания. В конце концов, Гопинатхачарья заключает, что благодаря твоей... Ты никогда не сможешь понять Ишвару благодаря своей учености. С помощью учености ты никогда не сможешь, с помощью своего образования, ты не сможешь понять Ишвару. Когда Бхагаван скажет, это мой преданный, я принял его, только в таком случае вы сможете осознать апракрита-васту, но собственными усилиями это невозможно.
Только лишь если он прольет на милость на вас и на меня, только тогда, в таком случае, это станет возможным. Когда Махапрабху танцевал в семи группах одновременно в Пурушоттамадхаме напротив колесницы Джаганата, Джаганатха, он танцевал в семи разных группах, но никто не видел этого. Только лишь по своей милости Гауранга явил это трансцендентное видение, трансцендентную картину. Сарабхам Бхаттачарья мог видеть его Пратапарудра. Только лишь несколько преданных могли видеть это. Поэтому Джива Госвамипад пишет в Сандарбхах: Бхагаван То есть это самопроявленная сила. То есть Йога Майя устроит все, и только лишь... То есть лишь избранные могли видеть, что Гауранга танцует одновременно в семи группах. Не каждый мог видеть это. Итак, если вы захотите увидеть сами с помощью своих усилий, будете опираться на свое видение, вы не сможете ничего увидеть таким, как оно есть. Итак, мы не можем прийти никаким заключением, просто прочитав шлоки. Из шастр. Когда мы слушаем Харикатху, мы все время хотим каких-то доказательств. То есть мы не должны вслепую не делать никаких заключений ни о материальных вещах, ни о трансцендентных. Но я прошу каждого из вас, когда бы вы не хотели что-то понять, когда вы хотите что-то понять, необходимо прежде всего подумать, есть ли у меня возможность понять это, есть ли у меня квалификация понять это. Если кто-то спорит со мной и хочет обучить меня, если кто-то хочет научить меня высшей физике, а я не грамотный, прежде всего необходимо научиться писать, необходимо пойти получить минимальное образование, затем выше, школа, институт. То есть для того, чтобы понять, допустим, вам 65 или 70 лет, но вы хотите понять сложность санскритской грамматики. Как это возможно для вас? То есть речь идет о том, что если вы еще малы, если вы слишком юны, вы не сможете понять возвышенных тем. Для этого необходимо получить подобающее образование. Как, например, то есть нельзя смотреть. Необходима минимальная вера. Как пример, когда маленький ребенок, прежде всего, он учится писать буквы. А, Б, В, Г, Д. Приходит учитель. Это обычная система, обычное правило. Обычаи в нашем обществе, в ведическом обществе, приходит учитель и начинает его учить. Но если ребенок начинает спорить, кто тебе такое сказал? Почему ты говоришь, что это а это Б? Я не готов поверить тебе, не готов принять вот эти твои учения. Ты должен мне доказать, откуда ты это взял, показать, кто тебе такое сказал.
И в таком случае этот ребенок не сможет продолжать свое образование, не сможет дальше учиться. Итак, когда мы приходим на путь баджана, минимальное то, что говорят вайшнавы, необходимо это принимать, необходимо начинать следовать этому, и в процессе вы начнете понимать. Я сейчас не говорю о гуру-обманщиках. Я говорю о садгуру. Я говорю о... Когда садгуру говорит вам, мальчик мой, иди и прежде всего практикуй. Сейчас ты не сможешь понять возвышенные сиддханты. Ты просто иди и следуй моим наставлениям. Потом ты сможешь понять. Таким образом, минимальная вера необходима для того, чтобы начать баджан. Потом постепенно садгуру и вайшнавы дадут нам все. Мы взрастим свою веру, но споры недопустимы, потому что такие споры прогонят вас с пути баджана. Сейчас я хочу привести еще один пример, который был дан Махапрабху. Махапрабху говорит Сарвабхаума Бхаттачарье: «О Сарвабхаума, ты хочешь доказать, постоянно хочешь доказать, что Бхагаван что он не личность, что у него нет ног, рук. Но что это такое? Посмотри, что сказано в шастрах, где... И тот приводит пример из шастры, Апани Падам. Но Махапрабху говорит, посмотри, что написано дальше. Вначале говорится, нет у него ни ног, ни носа, ни рук. Но затем сказано, что Бхагаван очень сладостно и быстро бегает и принимает то, что предлагается ему с любовью. Очень быстро он бежит к своим преданным, и без глаз он смотрит и без ушей слышит. Таким образом, Махапрабху хочет объяснить Сарвабхауме, что я знаю, что ты великий пандит, ты... Брихаспати, ученейший человек. Но ты не можешь понять, что суть этих слов, смысл в том, что Бхагаван не обладает такими же материальными руками, ногами, как у нас. У него нет таких материальных рук, ног. То есть речь в этой шлоке идет о том, что у Бхагавана нет материальных рук и ног. Но трансцендентные руки и ноги — это нечто другое. У него есть трансцендентные руки, ноги и так далее. В Брахма-самхите сказано, Бхагаван может делать все, что угодно с помощью любого органа чувств. С помощью одного из органов чувств он может делать все, что угодно. Говорится, что Бхагаван может использовать любой из органов чувств для того, чтобы сделать все, что угодно. То есть он может есть глазами. Нам сложно в это поверить, мы говорим, нет, это невозможно. Но почему невозможно? Мы знаем от Гуру Варги, что это возможно, что лишь увидев, Бхагаван может вкушать. Если в этом мире мы видим столько разнообразия, змея может слышать без ушей. Как это возможно? Sarpo,
Шрила Бхарати Махарадж также приводил этот пример. И я также привожу его. При помощи глаз змея может слышать все, что угодно. Змея при помощи глаз может слышать и видеть. Она чувствует вибрации, то есть она воспринимает их глазами и получает информацию с помощью этого, и все понимает, что происходит вокруг. То есть даже в материальном мире существует так много разнообразия, совершенств, то почему же это невозможно для Верховного Господа? Если сама змея может слышать при помощи глаз, может видеть и слышать, то почему это невозможно для Верховного Господа? Если вы не верите, значит, вы Майявади. Если вы не верите в это говорит о том, что вы Майявади. Если вы не верите в то, что Бхагаван может делать все, что угодно. Таким образом, Махапрабху говорит Сарвабхауме, в любое время, когда бы ты не хотел выдвинуть какое-то умозаключение, какое-то... Как в Веданте, ты приводишь аргументы о Веданте. Махапрабху говорит Сарвабхауме, ты пандит, но ты не понимаешь, что Веданта Сутра написана Ведавьясой. Ведавьяса писал сутры с глубочайшим значением. Необходимо погрузиться в глубокую медитацию для того, чтобы понять значение Веданта Сутра. Что хотел сказать Ведавьяс? То есть необходимо положиться на Ведавьясу, положиться на его милость. И в противном случае ты не сможешь осознать значение. Ты приводишь другие значения. Ты, когда ты читаешь Веданта Сутру, напрямую просто читаешь сутры, тогда ты понимаешь вещи. То есть, когда я читаю Веданта Сутру, я все понимаю, но ты представляешь, даешь толкование этих сутр по-другому, абсолютно по-другому, не так, как, не такие, как какой есть на самом деле. Абсолютно неправильное объяснение. И Сарвабхауме Бхаттачарья был растроган, то есть он был расстроен, очень расстроен, то есть возмущен. Что ты имеешь в виду? О чем ты говоришь? Говорит Сарвабхауме Бхаттачарья. И Махапрабху объясняет. Есть лакхана и есть авидья. Мы знаем из шастры, что когда мы хотим сделать какое-то заключение, есть два пути, с помощью которого мы можем это сделать. Лакшана и... Когда невозможно напрямую понять значение шлоки, какой-нибудь шлоки, необходимо прибегнуть к помощи лакшаны. Когда же очень ясно значение, зачем усложнять ситуацию, зачем усложнять? Как Махапрабху приводит пример Сарвабхауме. На санскрите говорится. Если вы хотите сделать... Если вы хотите понять прямое значение шлоки, что значит... То есть есть деревня Гоши, те, кто пасет коров.
Гошапали. Деревня находится на Ганге. Гангаям Гошапали. И это еще, то есть если это не, и если вы будете говорить, что не может быть, что эта деревня стоит на Ганге, потому что как это возможно, что деревня на Ганге? То есть тут нужно понять, что речь идет о том, что деревня находится на берегу Ганги, что не на самой Ганге, а на берегу. То есть тут напрямую непонятно, поэтому необходимо прибегнуть к лакшане. Таким образом, лакшана постоянно необходима. Когда вы говорите прямую шлоку, вы легко можете понять, что хочет сказать Вьясадев. Но когда настоящее значение сокрыто, я не могу понять. Когда Махапрабху рассказал, дал этот пример, таким образом, Бхагаван обладает трансцендентными руками, ногами, и все возможно для него. Нет ничего невозможного. Сейчас мы перейдем. То есть, таким образом, мы должны полагаться на крипу, на милость. Сейчас вернемся к изначальной теме обсуждений. Бхактивинод Тхакур хотел объясняет положение Татастхадживы из Брихадаранья Упанишад. Махапрабху выбрал две шлоки. Баладев Видябушана и остальные, Бхактивинод Тхакур, представители нашей Гуру Варги, все они приводят этот пример. С помощью этого примера мы можем понять положение Татастхадживы. Потому что около года назад, в марте 1919, в марте или апреле, я рассказывал в деталях Дживататву. Много-много разных вещей я сказал на эту тему, но я не был готов тогда говорить о сокровенных вещах, потому что порой те, кто совершает баджан, обладают таким умом, что, то есть они не могут понять, поэтому я должен был сокрыть до поры до времени эти сокровенные вещи. То есть я говорил вам, что сейчас пока пытайтесь понять до этого момента. И я еще не сказал все. Я вам говорил, что я обещал, что в будущем я еще буду время от времени рассказывать Дживататву. Когда Мадхавачарья в конце концов, было установлено, что все духовные лидеры, что Рамануджачарья, то есть Рамануджачарья необычная личность, Мадхавачарья также необычная личность, все они были выбраны Бхагаваном, чтобы они до определенного момента принесли сюда Сиддханту знание до определенного момента. То есть она была дана не в ими, не в полной мере. Все представители, все ачарьи четырех сампрадай, все они пришли в материальный мир по желанию Верховного Господа, для того, чтобы установить какие-то особенные вещи, особую Сиддханту. Когда это было, то есть в читании Бхагавате Вриндаваса Такуру Махаджаем, Кришнадаса Кавираджа Такуру, он говорит, Вриндаван Дас Такуру Махаджай — это Вьясадева Чайтанья Лилы.
Невозможно, чтобы он не знал лилы Чайтанья Дева. Кришнадас Кавираджа Госвами приводит аргументы, приводит доказательства полной преданности, не сухие доказательства. Он говорит, что только лишь из своей милости он припас для меня место, чтобы я что-то сказал. Я лишь жую учиштху, остатки пищи Вриндавандас Такур Махашая. Лишь учиштху я пожинаю. Жую учиштху постоянно, постоянно. Я никогда не хотел совершить никаких оскорблений по отношению к Вриндавандас Махашая. Если он позволит мне, если он оставит мне какой-то просад, я буду писать. Кришнадас Кавираджа Госвами никогда не вел себя как Валлабха Ачарья по отношению к Махапрабху. О, хорошо, я не могу принять комментарии Шридхар Госвами Пада, поэтому я должен написать свои собственные. Махапрабху сказал: что ты такое говоришь? Ты не можешь принять комментарии Шридхара Госвами Пада. Тот, кто не может этого сделать, тот является проституткой. Верховный Господь был невероятно разгневан, услышав такие эгоистичные слова. По милости Нрисинга Дева, Шридхар Госвами Пад познал значение Бхагаватам. И Бхагаватам не отличен от Верховного Господа. Таким образом, под разными углами. Виджай, то есть Джива Госвами Пад, Санатана Госвами Пад, все они пишут, то есть комментарии, то есть Бхагаватам — это трансцендентный бриллиант с разных углов. Если мы на него будем смотреть, разные значения мы сможем найти. Поэтому Махапрабху приводит совершенный пример. 63 значения шлоки Бхагаватам. 62 значения, вида значения шлок Бхагаватам. Он говорит, что Бхагаватам — это сам Кришна, не отлично от Кришны. Если мы с разных углов посмотрим, увидим разные значения. Но это не говорит о том, что майявади правы. Я сейчас говорю о тех, о бхакти-ачарьях, о ачарьях, которые учат бхакти. Если они пишут комментарии, то все они правильные. Но это не говорит о том, что майявади могут написать подлинные комментарии. Нет, майявади, они не могут понять существование Шакти Господа. Они говорят, что Брахма не обладает полом, что он бесполый, что он нет у него ни рук, ни ног и так далее. Итак, ачарьи бхакти-таттвы могут видеть, могут описывать истину с разных углов. С разных углов. Вишванатха Чакраварти Пад никогда не хотел оспорить комментарии Шридхар Госвами Пада. Он с полным почтением пишет свои комментарии, с полным почтением, основываясь на комментариях Шридхар Госвами Пады. Шридхар Госвами Пад То есть Кришнадас Кавираджа Госвами говорит, что он никогда не говорил так высокомерно, что сейчас я напишу комментарий. Он говорит, лишь я пожинаю остатки пищи учиштху жую. Вриндавандас Такур Махашая мог написать все, что угодно, но по милости
своей беспричинной, Он оставил для меня остатки, то есть чтобы я тоже мог что-то сделать. Так пишет Кришнадас Кавираджа с вами. Таким образом, я не могу сказать, что Рамануджа Ачарья не прав. Я не могу сказать, что Мадхава Ачарья не прав. В соответствии с решением Махапрабху есть какие-то То есть Махапрабху говорит, четыре ачарьи хотели установить Бхакти Сиддханту, но если мы сможем понять Ачинтья Беда Беда Татву, вся Сиддханта будет... Мы увидим в полной степени всю Сиддханту. Вриндавана Стакур — это сам Ясадева. Кави Карнапур пишет, что сам он сам Ясадева, друг Кришны. Вриндавана Стакур — сам Ясадева. А также и Сакха, то есть они вместе они соединились и пришел. То есть они не могли написать ничего неправильного. Читание Лила открыто трансцендентным глазам Вриндавандаса Такура. Он мог написать все, что угодно, но он оставил служение Кришнадас Кавираджа Госвами. Итак, следующее. Почему Бхактивинода Такур приводит этот пример? Почему? О чем говорит этот пример? Пример из Брихат Бхагаватамриты. Я могу рассказать много шлок, обсудить много шлок о том, как джива может стать анади, опираясь на учение Джива Госвамипады и Бхактивинода Такура и других ачарьев. Сейчас день за днем мы будем обсуждать это. Это за один день невозможно сделать. Брихат Бхагаватамрита 4.3.9. Еще одна шлока приводится в пример. 4.3.18 из Брихат Бхагаватамриты. Бхактивинода Такур пишет. Два этих примера приводятся Бхактивинода Такуром. Еще один пример из Брихадаранья Упанишат приводит Бхактивинода Такур. 8, 9, 10.
В Джайва-дхарме Бхактивинода Тхакур приводит два этих стиха из Брихат Бхагаватамриты. Из Брихат это доказывает, что Бхактивинода Тхакур использовал два этих стиха, взяв из контекста, вырвав их из контекста для того, чтобы поддержать, то есть имеется в виду, он использовал два этих стиха для того, чтобы поддержать свою проповедническую стратегию. Так говорят некоторые саньяси, и это не полностью неправда. Дело в том, что обусловленные души не могут понять апракрита вичар, поэтому Бхактивинода Тхакур помогает нам понять. В противном случае Бададжива будет обвинять Верховного Господа. Она не понимает, как карма, может быть, Анади. То есть не может понять Верховного Господа. Таким образом, говорится в третьей главе, то есть нельзя сказать, что нельзя говорить о изначальной причине дживы, потому что она вечна. Как я уже написал в своем втором вопросе к вам, в ответе на второй вопрос, то есть какой-то саньяси говорит, что опираясь на говорит, что там в этом стихе речь идет о трех стадиях сознания обусловленной души, но не о том, о чем говорилось выше. Но суть в том, что, как я уже написал в ответе на второй ваш вопрос, саньяси, который спорит, говоря, что в действительности все это если кто-то видит все содержимое всех стихов этой главы, тут можно сказать, что тут говорится о
трех стадиях забвения дживы, о трех стадиях сна. Все приведенные аргументы касаются уже обусловленной дживы. В Джайва-дхарме Бхактивинода Тхакур как вы знаете, был Рагунатдас Баба, также Парамахамса Баба в начале. То есть это в Джайва-дхарме Браджанат задает вопросы, а Бабаджи отвечает. Таким образом, он приводит, дает свои ответы один за другим, приводит доказательства. Как бесконечные искры исходят из костра, также джива, которая является абсолютной атмой, вселенской душой, она отдельная частица. Отдельная частица. У джива есть доступ к двум местам. Материальный мир. То есть татастха джива. Джива шакти. Как я уже сказал множество раз, много раз. Татастха шакти и джива шакти не находится внутри Бхагавана. Шакти находится внутри Бхагавана. Внутри Бхагавана есть только лишь Сваруп Шакти. Присутствует лишь Сваруп Шакти. И джива, татаста Шакти, могут находиться в материальном мире или в трансцендентном духовном мире. Если сравнить со сном, то есть как понять татастха, что такое татастха, состояние татастха. Допустим, вы совершаете баджан, и вы еще не ситха. И вы решили совершать баджан должным образом, совершенным образом, а на следующий день вы погружаетесь в майю. Я знаю, что вы очень хорошие, то есть хорошие вопросы задаете. Я хочу задать встречный вопрос. Можете ли вы видеть свой ум? Нет, никто не может видеть свой ум, он невидим. Но вы можете чувствовать, что он присутствует, его присутствие. Вы не можете коснуться мозга, но понимаете, что у вас есть мозг, ваш интеллект. Ум порой тут, порой там. Порой мы думаем позитивно, порой негативно. Это зависит от уровня вашего баджана. Порой вы совершаете апарадхи и возвращаетесь на ваше... То есть откат происходит назад. В соответствии с вашей ситуацией, то идете вперед, то назад. Когда вы... Когда вы чувствуете позитивную энергию, вы почувствуете, что Господь проливает на вас, дает вам силу. Когда вы думаете негативно, то определенно будет откат назад. Много вопросов.
приходит от вас, как, вы не понимаете, как это вообще возможно. Но если у вас есть какие-то основополагающие понимания математики, 1, 2, 3, 4, как минус 1, минус 3, минус 4, то есть необходимо между ставить 0, потому что без этого нуля. То есть имеется в виду, перед минус 4 идет 0. Если вы хотите из негативной перейти в позитивную сторону, необходимо пересечь 0. Когда вы придете к вот этому нулевому положению, это называется татастха положение. Когда вы, то есть достигнув нуля, вы можете идти вперед, продвигаться вперед. 1, 2, 3, 4. Или как, например, в истории Саджамилы. Он не совершал баджан совершенным образом. Но, тем не менее, не совершал он баджан. Тем не менее, у него был, были какие-то самскары, предыдущие привычки благоприятные. Он поклонялся по Туласе. Но как же получилось так, что он пал? Как я уже рассказывал, по милости Садгуру, если мы обретем могущество, обретем силу, энергию. То есть без гуру мы не можем продвигаться. Мы все зависим от Шикша и Дикша гуру. Сколько силы вы получаете от гуру, зависит от того, насколько вы полагаетесь на него. Итак, Аджамил был... То есть он был в позитивной... То есть он поклонялся Шилаграме, Гуру Вайшнавам, то есть он вел хороший образ жизни, благой образ жизни, но как случилось так, что он пал? Как получилось так, что это произошло? Прежде всего, необходимо понять, что по милости Гуру и Вайшнавов лишь мы сможем понять это. Когда мы... Если мы не совершаем баджан совершенным образом, тем не менее, мы пытаемся. Это означает, что мы сейчас в положительном русле жизни. И случилось так, что Аджамил не мог проанализировать себя, не мог увидеть, что он, то есть на него напала майя, и естественным образом он лишился всех норм поведения, он переступил все нормы поведения и пал. То есть майя полностью окутала Аджамила, да? Прежде, конечно, на него тоже было это влияние, но не по полному, не полностью, но сейчас он пал из-за того, что он был полностью погружен в майю. Затем Вишнадуты и Ямадуты пришли к нему, и он мог слышать разговор между ними. Когда Ямадуты пришли забрать его, в это время он произнес Нарайна, и пришли немедленно Вишнадуты помочь им. Ему. В это время между ними разразился спор. По милости вишнудутов, посланников Вайкунтхи, совершенная слава Харинама, Аджамила услышала прославление Харинама. Ямадуты ушли, и он по милости сатсанги он повторял Нараян, то есть осознанно или неосознанно на протяжении своей жизни он звал сына, на своего сына Нараяна, Нараяна, произнеся святое имя. То есть он был в негативном русле жизни, но по милости
Вишнадутов, он пересек состояние татастха и пришел в положительное русло жизни. И сейчас он заинтересовался, как достичь блага. Он оставил общество проститутки, ушел из дома и начал совершать баджан. Он отправился в Дхаму. После того, как он услышал Харикатху из уст Вишнадутов, он оставил свое предыдущее место жительства, прежнее место, где он жил, и у него появилась возможность совершать баджан, чтобы исправить себя. И он отправился. То есть из негативного русла к положительному, чтобы перейти, необходимо пересечь ноль, потому что между ними ноль, нейтральное положение. Итак, татастха присуща и материальному миру, и трансцендентному. Как во сне. Между на пограничном состоянии двух миров. Бхактивинода Тхакур никогда не пишет, не основываясь, не безосновательно. Всегда какая-то почва, на которой он основывается, есть. То есть мы не можем видеть наш ум, но это не означает, что он отсутствует у нас, что у нас его нет. Если... Куда бы вы ни отправились, в бесконечной Брахманде, вы не найдете. Чего бы то ни было без татастхи. Бхактивинода Тхакур пишет это ясно. Он пишет это для возвышенных преданных. В Сварупе Джива находится татастха Шакти, но скрытым образом. Бададжи... То есть тот же сам Бхактивинода Тхакур пишет это. Я могу привести, сказать название шлоки. Это сказка Чайтанья Чаритамриты посреди 24 глава. 283 шлока. В своих комментариях Бхактивинода Тхакур пишет, Сварупа присутствует в Дживе очень сокрытым образом. Но Бададжива не является татастхой. Она постоянно под влиянием Майи. Она не под влиянием татастха Шакти. То есть имеется в виду, она не на стадии татастхи. То есть она не в положении татастхи. Она под влиянием Майи. Как вы не можете видеть свой ум, так же вы не можете осознавать присутствие татастха, положение татастха. Тем не менее, то есть Бхактивинода Тхакур приводит два-три примера, чтобы у нас минимальное понимание возникло, что такое татастха положение, что такое положение татастха. Татастха-джива может видеть и материальный, и духовный мир, то есть находясь в пограничном состоянии. Например,
Это можно сравнить с большим океаном, где большие рыбы Большая рыба плавает в океане, порой она приплывает к одному берегу, порой к другому. В реке плавает рыба от одного берега к другому. Это очень хороший пример, чтобы понять, в противном случае джива, как слепая, не может осознать, что есть что. Поэтому Бхактисиддханта Такур приводит эти примеры. Он дает нам два этих примера для того, чтобы помочь понять, как что тат то есть общий элемент, общая часть, то есть это пограничная часть между землей и берегом и водой. Пограничная черта. Что же такое подлинное понимание татастхи в соответствии с вайшнавским видением? Бхактисиддханта Такур пишет, мельчайшие частицы, как лучи солнца, далее поступает вопрос в Джаватхарме, что такое татастха свабав. Бхактисиддханта Такур пишет в ответ на это, джива находится посреди между двумя мирами, и у нее есть одинаковый доступ к обоим из этих миров. Бхактисиддханта Такур пишет, что джива обладает возможностью посмотреть в обе стороны, в сторону чит-джагат, в сторону майя-джагат. Татаста джива приходит под влияние майя. Но также она, точно так же она может отправиться и в трансцендентный мир, в чит-джагат. Я уже приводил пример, один пример, если вы помните об этом очень хорошо, это как идеальная субстанция физики или химии. Без идеального газа нельзя сделать никаких расчетов, не основываясь на концепцию, на состоянии идеального газа. Both way tendency. They can be attracted by Maya.
И таким же образом чит-шакти может быть привлечена и майей, и трансцендентным миром. То есть основываясь на концепции пограничной линии, между трансцендентным миром и материальным миром находится пограничная линия. И она, то есть она не в материальном мире. Сама концепция не ложная, она правильная. Изначально нет никакого, то есть нет никакого начала. Из Веданты мы видим, Баладефиди Бушина приводит примеры. Как в химии и физике принимается концепция идеального газа, также идеологические концепции могут нам понять, осознать пограничное положение Дживатмы. Мы знаем наверняка, что Верховный Господь вечно существует. И мельчайшие частицы Дживатм также вечно существует, в этом нет никаких сомнений. Но когда и как Джива становится Бахирмукхой? Мы должны найти ответ на этот вопрос. В Чайтанья Чаритамрите Кришна пишет, в Чайтанья Чаритамрите сказано, то сейчас вопрос, когда и как Джива становится, принимает. Мы очень хорошо знаем, что как Господь, так и Дживатма вечно существует. Но когда и как Джива становится Бахирмук? Это главный вопрос. Необходимо найти ответ на него. В Чайтанья Чаритамрите сказано, как и когда? Сейчас вопрос. Нет начального момента. Нет начала. Потому что... То есть мы можем видеть дживу, находящуюся в двух положениях. Анади Бахирмук и Анади Унмук. Анади Унмук — это те, кто служит Верховному Господу. Дживы исходят из Баладева, из Санкаршана, они совершают вечное служение. У них нет никакого представления о майе. Они в трансцендентном мире совершают вечное служение. А другие дживы, они... Я сейчас не говорю о Шридам, Субалва, Судами. Это мукта дживы. Они изошли из Баладева Санкаршана, вечно пребывают в трансцендентном мире. А вторая группа — обусловленная группа. То есть имеется в виду обусловленная джива. Есть вечно освобожденные дживы, души и обусловленные души. Татаста Бава Джив всегда находится в сварупе Дживы, в тонкой форме, но это не говорит о том, что о третьем положении состояния Дживы. Только лишь две существуют, Нитья Бадхи и Нитья Мукты. То есть две категории лишь существуют. А третье положение, третья категория — это
Jivatma. But it is not false. Bhaktivinoda Thakur speaking, it is already there. Bhaktivinoda Thakur also wanted to prove that Bhaktivinoda Thakur хочет показать, что сейчас мы, доказать, что сейчас мы, находясь в обусловленном состоянии, обладаем материальным телом, грубым и тонким телом, атма, атма-чидатмой. Но также он говорит, что чидатма покрыта тонким телом и грубым телом. Чидатма находится в теле. И то же самое, также Бхактивинода Такур говорит, что Татаста Бхава присутствует в Чит-сварупе Дживы. Но когда мы поймем, что существует чит, тело чит, точно так же, как у нас сейчас есть руки, ноги, Бхактивинода Такур доказывает, что чидатмы также обладают прекрасным телом. И внутри этого тела вечная сварупа джива. Я могу в конце концов доказать, как сварупа дживы, она неизменна. В конце наших обсуждений я докажу это. Как возможно, что дживы Что же такое татастха, природа татастхи? Джива находится посреди двух миров. Дживатма может прийти под контроль майя или под энергии чит. Таким образом, Бхактивинода Такур доказывает, что когда джива смотрит либо туда, она чувствует влечение и привлекается именно в ту сторону, в которую посмотрела. Потому что следующий вопрос, который вы задаете в вашем письме. Если есть какая-то возможность выбора, то есть если мы... Если... То есть если бы Джива посмотрела на Кришну, она бы 100% она бы не выбрала Майю. И пример этот применим к обусловленной душе, потому что внутри обусловленной души также присутствуют два состояния. Порой она думает о хороших вещах, то есть позитивно, порой негативно, как пример с огнем. Внутри огня насекомые. То есть в огонь запрыгивает насекомые, залетают насекомые. Ваш... Порой дживы, находясь в обусловленном состоянии, они думают, их поток их мыслей позитивный и также может быть негативный. Таким образом, не было никакого выбора. В Брихадаранья Упанишад сказано, все о обусловленных душах. Бадха джива не татастха, она бадха. То есть существует две категории джив. Нитья мутха, мукха, нитья бадха и нитья мукта. Попытайтесь понять все это. Now I'm dealing with
Итак, как обусловленная душа стала падшей, бадха дживой? Как она пала? Это абсолютно неправильный вопрос, потому что дживы вечно бадха, она вечно падшая. Поэтому не может быть даже возникать никакого вопроса, когда это произошло, потому что это вечно, вечное ее положение. Мы можем оспаривать Кришну, почему Кришна действует так-то, почему, как мы знаем из Веданта Сутры, Веданта Сутре 2.9.32 стих сказано. То есть это сутра, формула. Если мы хотим понять напрямую эту сутру, извлечь прямое значение, там сказано, что без всякой необходимости нет... Не было для Брахмы причины создавать этот мир. Но для чего же он его создал? Не было никакой необходимости создавать этот мир для Брахмы, потому что Верховный Господь полностью самоудовлетворен. У него нет никакого недостатка ни в чем. Не нужно было создавать никакой кармы для него. Не надо было этой Брахманды. Или создавать Брахму. То есть не было никакой нужды в этом материальном мире для, в его создании. Потому что Верховный Господь самодостаточен, Он пурна. Почему Джай и Виджай были посланы сюда? Какова причина их прихода? Они вечные спутники. Вечные спутники Господа. Какова же причина их прихода? Почему они были вынуждены пасть в этот мир? В Гите сказано, что никто не может пасть из трансцендентного мира. Но почему же это произошло с ними? И на это в своих комментариях Кришна Чакравартипад дает ответ. То есть, когда Чатуршан просил прощения, то есть Бхагаван объясняет, что это произошло по моему желанию. Это часть лилы. Когда Джай и Виджай плакали, Бхагаван сказал им, посмотрите напрямую. И не напрямую, то есть напрямую, не напрямую, все сделано Господом, все осуществляется по желанию Господа. И Господь говорит, что ты, Чатуршан, он говорит, ты проклинаешь их по моему желанию, потому что на то была моя воля. То есть Джай Виджай, они, жители Вайкунтхи, они не должны были пасть сюда. Тем не менее, то есть они обладают трансцендентным чинмой телом. Их тело чинмой. Тела вечных спутников. Ну как же это возможно, что они могли пасть в этот материальный мир? Но суть в том, что они никогда не падали на самом деле.
они обладали йогическим могуществом. И они были настолько могущественны, как Хануманджи Махарадж, когда на Шри-Ланке Хануман, кажется, принял форму насекомого, чтобы встретиться, форму мухи, чтобы встретиться с Ситой. То есть это не означает, что в этот момент он, по желанию Кришны, они были вынуждены снизойти в этот мир, спуститься в этот мир. Но это 100%, что они не оставили свои трансцендентные тела. Они лишь приняли мельчайшую форму, чтобы войти в лоно Дитима, матери Дити. И так они родились, как демоны Хираньякашипу и Хираньякша. И все это произошло по желанию Кришны. И сейчас встает вопрос, а как же вообще Кришна захотел подобного? Он же самоудовлетворен, как у него могут быть какие-то желания. Да, с одной стороны, у него не может быть желаний, но с другой стороны, у него могут быть желания, потому что все это можно примирить между собой. Кришна обладает высочайшим отречением. Никто не обладает в такой степени отречением, как он. Кто может посоревноваться, посоперничать с отречением, с Чайтанья Махапрабху, когда он принял саньясу, также с Кришной, когда он осуществляет Расалилу. Обе эти картины Верховного Господа, то есть оба эти примеры — это Верховный Господь. То есть два этих противоречивых понятия, понимания обладают, то есть примиримы друг с другом. Потому что в трансцендентном мире все в гармонии. Бхагаван порой хочет наслаждаться вирья расой, то есть сражаться. Никто не может, но кто же может выступить достойным соперником? Никто из материального мира не может быть таковым. Никто не может соперничать с Господом, сражаться с Господом. Почему? Питама Бишма, один из 12 махаджан, стрелял в Кришну, и кровь шла из тела Кришны. И Вишна Чакраварти объясняет Питама Бишма. То есть это прекрасное объяснение. Питама Бишма преданный, величайший преданный Господа. Но как же так? Почему он запускал стрелы в Кришну так, что у того текла кровь? Вишна Чакраватипат объясняет. Когда герой и героиня любят друг друга, они становятся фанатиками. То есть они ранят друг друга, и кровь, когда идет из их тел, зубами и ногтями они могут ранить друг друга, но это своего рода удовольствие для них. Точно так же в случае с Питама Бишма. Мы не должны никак сомневаться в нем, потому что он величайший преданный. Все это происходит по желанию, в соответствии с желанием Кришны. Бхагаван говорит, те, кто... То есть мои преданные, порой они могут делать с внешней точки зрения какие-то вещи против меня, негативные по отношению ко мне. То есть они делают это по желанию Господа. Но в обусловленном состоянии
То есть у всех обусловленных душ параматма находится внутри них. Параматма внутри каждой дживы. Но Бхагаван говорит, что я отдыхаю внутри своих преданных, находясь в форме параматмы, я отдыхаю. Бхагаван также говорит, в соответствии то есть я в равной, то есть одинаково отношусь ко всем. У меня нет никак. Я беспристрастен, говорит Господь. Но также у меня есть правило, те, кто думает обо мне постоянно. Это мое особое правило. Те, кто думает обо мне позже я буду говорить обо всем этом в деталях. Это займет много времени. Мы можем обсуждать все эти темы в будущем. Васудев Госвами написал об обусловленных душах, которые я сегодня завершу, закончу. Раджастама бхаваха, камо лобха даяшчаджи, чето этоир анавидхям. Ститтам сатте прасидати. I can discuss tomorrow. To show the condition of bonded soul. Завтра буду говорить об этом в деталях, чтобы показать положение обусловленной души. Постарайтесь запомнить эту шлоку, завтра я буду говорить о ней. Синнатамса катаха кишнаха пунна-савана киртанаха хиддантусто хи авадрани бидоноти свитсатам насто праясу авадрешу ниттам бхагавата севая бхагавати уттам слоке бхактир бхавати нештики тада раджастама бхаваха камо лобха даяшчаджи чето этоир анавидхям. Sthittam satte prasidati. I can discuss tomorrow. To show the condition of bonded soul. And evam prasanna manaso bhagavat bhakti yogataha bhagavat tattva vijnanam mukta sangasaya pariyat jayati. Follow what I say. Try to remember this sloka. I can discuss tomorrow. Not today. You know. Nashto prayasya abhadreshu Ниттам Бхагавата Севая, Бхагавати Уттама Слоке, Бхактир Бхавати Наштики, Тада Раджастама Бхаваха, Кама Лобха Даяшчаджи, Чето Этоир Анавидхям Ситтам Сатте Прасидати, Эвам Прасанна Манасо, Бхагават Бхакти Йогатаха, Бхагават Таттва Вигьянам, Мукто Сангасо Париаяте, Банча Калпатарусья Кипа Синдху Вевеча, Патитанам Павана Бхавишна Бхьонаму.